Всем здоровчики, народ, с вами Хася. Сегодня мы будем с вами срывать покровы из танка ТВП Т-5051. Мы узнаем, что он из себя представляет, последим за ним в бою, ну и сложим свое впечатление первоначальное. Погнали! Перед началом я вам обязан рассказать про наш конкурс в Инстаграме, потому что мы разыгрываем 350 тысяч голды. 350 тысяч! Розыгрыш от Чуда, Perfect Mind, меня, Уджратова, Сенсея, ДВС и Ежевики. Пост есть в описании, там все написано, что нужно сделать. 60 призов, 350 тысяч, у меня до сих пор не укладывается в голове. А мы теперь точно начинаем. ТВП Т-5051. Это танк 10 уровня Чехословакии, вот так вот, да. Барабанный, мне он лично не особо интересен, потому что он... Ну, пока что он очень не очень. Вот. Пошлите, посмотрим поподробнее. Ну, а начнем мы с сайта blitzhangar.com. Посмотрим сейчас характеристики. Ну, ребятки, держите реально в голове то, что это тест. То есть, завтра вообще могут все поменять, допустим, да? Но пока что, вот то, что я вижу на момент 16 ноября 2020 года, это какая-то вообще дичь. Серьезно. Начнем с того, что средний урон с выстрела 310 единиц. 4 снаряда в барабане, получаем на выходе 1240 урона среднего. Учитывая то, что время перезарядки барабана 21 секунда, плюс 2,5 секунды между выстрелами, получается, блин, просто какая-то жесть. То есть 2586 ДПМа в минуту. При этом мы видим, что пробитие 242, то есть все как-то, блять, прям, ну, не очень. Но это тест, это тест. Если по огневой мощи танк, ну, не самый, конечно, мощный, скажем так, то по динамике, ну, он чуть-чуть поинтереснее, да. И у Вены вроде чуть-чуть есть какие-то вверх, особенно. Ну, подвижность, ну, как бы, ну, едет, да. А знаете, почему он едет? Потому что он картонный, просто картон, картоннейший. Вот башня, может быть, еще где-то на халяву там что-то схватит, не пробитие, какую-нибудь маску, да. Вот, может, башенька будет стрелять, хотя это просто, я так понимаю, экран. Но все остальное, это вот фугасы будут сюда залетать, просто муа, белиссимо будет просто. А ой, господи, посмотри, какая плоская жопа. Вообще жесть будет, в общем, полная, вот это вот, все, короче. Вилы, шпалы, да, и все такое. Мы пока что посмотрели на его характеристики. Сейчас мы зайдем и посмотрим, как он действует в бою. Полетели. Отправляемся в бой. Наш герой на Т-92Е1. Парень на ТВП из клана ПВМ Happy Doomsday. Серьезный чел. Ну, я так посмотрел. Хороший чел. Статист. Внешне он выглядит, конечно, жутковато, но на самом деле. Коробка такая жесткая. По динамике, ну мы, да, мы смотрели, что у него 60 максималка, что он, в принципе, по динамике, ну, так, нормально. Но мы видим, что вот он где-то на одном уровне с Т-54. Я хочу сказать, что Wargaming, вы, блядь, красавчики. Вы, блядь, молодцы. Вот у меня, блядь, компьютер, все дела, за хуй знает сколько денег, 97 FPS. Вы молодцы. Просто я прошу, я нихуя не буду ничего делать. Я, извините, придется записывать с лагами, потому что, ну, оптимизированная игра очень сильно. Так, 4 снаряда, 2,5 секунды между снарядами. 321, то есть выше среднего вылетело, если что. Да, по динамике вот ничего. УВН вниз 8 градусов. То есть это не хорошо, это неплохо. Ну, это средненько, да. И, как я говорил, не знаковал вообще ничего. Отхватил по полной эти, блин. Ну, а, блядь, ПТУР танканул. Не, на самом деле, ПТУР, он довольно-таки красненький бывает, на самом деле. Да, по динамике вопросов нет почти. То есть, да, спокойненько на горочку заехал, переехал. Сейчас он будет вот заезжать в борт к Е-75-му, Е-75-му. Вот, полетел вообще, ему пофиг, что у него брони нет, херачит. 2500 ДПМа. Это мало, я уже говорил, да? Но, кстати, этот чел, который на ТВП, он, в принципе, настреляет урона, ну, прилично. Так, я потерял. Я потерял ТВПшечку. Смотрите, он по размерам, ну, примерно как Е5. Да, ну, Е5, конечно, побольше, но примерно вот, ну, что-то есть. Он даже по высоте, по-моему, даже побольше будет. Борта эти жесткие. Мои соболезнования тем, кто будет играть на этом танке. Ну, смотрите, допустим, у СТБ, допустим, вот столько, да. Ну, высота борта этого. У ТВП вот такенная просто. Да уж.
классно. Вот, люди просят скрин, пожалуйста, сделай скрин, пожалуйста, за ТВП. Хочу за ТВП, никогда не видел его в бою. Я вот не понимаю, в чем вообще прикол этого танка? Почему все так стутся? Я понимаю, когда Прогета должен был выйти. Прогета — это был уникальный танк для Блица. Это обычный барабан, который был миллион лет назад на Бачатике, да? Ну, условно. Ну, ладно. Я вот почему-то думал, что ему сделают дозаряд. Почему-то мне так казалось. Бой закончился, давайте теперь глянем. Глянем. Что он настрелял? Настрелял он 3000 урона. Теперь смотрите, откроем. То есть чел, ну он играет хорошо, но ну, не топово, да. То есть он очень выше среднего, определенно. И посмотрим, какая у него статистика. А статистика у него следующая. Где этот танк? 2548. Ну, это как бы это норм. Это норм для десятки. Ну, у меня примерно такие же цифры. Но мы видим, что на 50 БВ 2700. На AMX M4 MLE-54 там у него 2980, то есть почти 3000. ВЗ-шка 2700. Ну, либо парень просто очень херово играет на барабанах, потому что, вот, допустим... Хотя, не-не-не-не, вот смотрите, у него на ФВ-шке там 2300. Ну, то есть, ничего такого, вот абсолютно ничего такого нет. То есть, если бы он был имбой, то он бы сделал трешечку, я думаю, там около 2900-2800, это стопудово. Есть у нас лайфхак. Знаю я одного киберспортивного паренька, который уже не киберспортивный, если вы не знаете, там Ваня в Пенжаш вроде ушел из киберспорта. Вроде бы ему начисляют тоже эти танки, потому что он тестер. И он сделал 3900. Это дохрена, но у него так везде примерно, да? Если мы посмотрим, Кронваген 4, Рагета 400. Ну вот смотрите, у него... М4, МЛЕ-54, 4500 среднего. Что за танк вообще? Ну, то есть, как бы, ну, он не выбивается. Это, да, у него много, у него на остальных примерно там около 4000 тоже среднего. Но он не... То есть, вот мы видим, что AMX новый, который выйдет, коллекционочка, он там, да, он в стратосфере. ТВП, ну, танк как танк. Видимо, хорошо забалансили. Но, учитывая то, что он даже в таких скилловых руках играется, ну, чуть-чуть хуже остальных, то... Ребятам, которые у нас не особо умеют играть, будет, короче, жопа. Может быть, что-нибудь тяпнут. Может быть, я думаю, вот я чисто сейчас вангану, пальцем в небо тыкнут. Средний урон поднимут просто. Я так думаю. Может быть, типа, там не 310, а 330 сделают. Может быть. В принципе, это все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Переходите по ссылкам там в описании, потому что много чего интересного. Я пошел. Все, покеда.